16 июня вооруженные силы Донецкой Народной Республики и Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» провели в Макеевке необычную акцию. В ходе нее пакеты с помощью получили семьи с детьми, которые родились во время войны. «Дети, рожденные на войне». Акция проходит в поселок Ханжонково, Советский район, города Макеевки. Спонсором этой акции является международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» в лице руководителя Елены Романенко и при содействии вооруженных сил ДНР. Спасибо большое «Москва-Донбасс» группе и вооруженным силам.